Добрейшее утро, друзья мои. Простите, я все проспала. Я вчера улеглась в 3 часа ночи. Мы с мужем на какой-то рожон делали маски для лица. О, это маска-пленка с углем, что ли, или с какой-то другой. Ой. В 1:20 мы только закончили делать маски на лицо. Ну, не знаю, мне кажется, что маска помогла. Я выгляжу слишком хорошо. Сейчас покажу, какую. А легла спать я в 3 часа ночи. А сейчас только проснулась. И то потому, что мне сестра звонит и говорит, мы едем к вам в гости. У меня аж спина заболела, сколько долго я спала, друзья мои, 11 часов дня. Вот такую маску, пленку я вчера делала на ночь. Пора вставать. Надо еще что-нибудь по-быренькому, может, вкусненького, может, пироги какие завести. Творог у меня есть, творогом сделать, помните? В общем, едут гости, надо соображать. Добрейшее утро, друзья мои, просыпаемся. Вот сегодня нас точно ждут великие дела. Причем надо срочно проснуться. У меня аж между лопаток заело, потому что я слишком долго спала. Надо пораньше вставать. Это, знаете, бывает недосып, а бывает пересып. Вот у меня пересып. Все, пошла. Пошла за кое-чем и буду приводить себя в порядок. Водички еще попью. Ой, знаете что? Водички попью. Вчера у меня рассол был, хренол, и что такое у меня не было. Ну, как обычно, пустой. Ай, блин, еще и этот пустой. Вы понимаете, что меня зовут, а? Ну, почему нельзя набрать вот утром, вместо того, чтобы начать кипятить чайник, просто вылить вот сюда. Допили, никто ничего не выливает никогда. Это делаю я. В общем, так. Мне сейчас нужно выпить коллаген. С недавних пор я начала пить. Почитала о нем. Ну, сейчас покажу. Дня 3, наверное, я пью. Где покупала, просто в интернете. Вот такой. Будет ли эффект, не знаю. Какой должен быть эффект. В общем, должно лицо мое стать еще краше. Да-да. Одну ложку на 200 миллилитров воды. Вот так. Обычной воды мы его пьем и час потом вообще ничего не едим. Поняли, да? Вот каждое утро я выпиваю такую штуку. И потом час не ем. Что только женщина не попридумает. Мне муж говорит, еще что-то выдумала. Мать, ты постоянно какие-то хрень выдумываешь. Ты и так хороша, ты и так красива. Что значит ты так, да? Что значит ты так? Этот пузырек, ориентировочная цена, что-то около 1200 рублей, что ли, мне кажется. В общем, вот такое вот чудо с утра я каждое утро пью. Теперь доброе утро. Это будет нашим секретом. Больше никто не знает. Доброе утро. Пошла приводить себя в порядок.